Когда маленькие такие прикольные. Беззаботное детство, да? Представляете, сейчас как им нравится детская жизнь, где все доступно. Играются. Видите, все на ногах стоят. Нету такого, которого не стоит на ногах. Но одна вон у меня сидя балуется. Или играется, можно сказать так. Вот так-то. Вот от них на память у меня видео останется. И мои сладкие. Как-то так. Они у меня по кухне гоняют. Я еще не прибиралась с утра. Сниму видео и начну уборкой заниматься. Фа. И тот побежал, который сидел в коробке. Так-то, как-то, так-то. Счастливые такие. Не зря же говорят, беззаботное детство. Ну. Вся кухня в их распоряжении. Вся кухня в их распоряжении. Так что вот. Я вот пока рядом сижу с ними, они вроде бы отвлекаются своими делами, прочее. А как получится, что я встану, пойду чем-нибудь другим заниматься, у них найти овничницу. Они меня сейчас в данный момент... Мне как за мамку свою приняли. Думаю, ой, я не могу над ними любоваться.